Позвонила же девчонка, голос молодой, плакала со слезами, что я Юле попала под машину. Тут женщина, шофер, меня, чтобы не задавить, она врезалась куда-то и повредила себе, позвоночник, там все такое. Вот платить надо 1 600 000. Но потом адвокат начал. Я вот Юлин адвокат, та-та-та-та-та. Вот как ей, какой характер у нее, да как. Сказал, что... Я говорю, где работали? Я говорю, на стройке штукатуру работала. А потом я говорю, ушла. А сколько у вас пенсии? Ну, я говорю, считайте сейчас, какая пенсия? 120 рублей. Сколько они начислили мне за 120 рублей? Ну, а потом сказал, сколько у вас денег? Я сказала, сколько. Ой, вы ее заверните в это полотенце такой небольшой, эти деньги, купюры сосчитайте, какая купюра, я говорю, по 5 000. Сколько штук? 80 штук. Полотенце отдала денег мошенникам 400 000.